я не могу сейчас точно сказать, а во сколько нас работало. А Бог ее знает. Так. И что, до сих пор звенит? Ох ты. Я понял. А милицию вызывали? Понятно. Ладно, все, надо ехать. Хорошо, я подъеду. Вот ерунда какая, а? Ехать нужно. Представляешь, мастерской. Сигнализация сейчас работала. Надо хоть поехать узнать, что там делается вообще. Ну, я тоже, пожалуй. Надежда Андреевна, Надежда Андреевна! Вы знаете, я вас прошу, вы меня здесь подождите. Я очень быстро туда и обратно, все, а потом вас. Подброшу куда нужно. Да Саша. Да, конечно. Я все же пойду. Спасибо, Саша, было очень приятно познакомиться. Надежда Андреевна, да я же туда и обратно. Да нет, Валентин Петрович, я сама доберусь. И, честно говоря, вам за руль не советую. Вы же выпили немножко. 100 грамм. Лимонада. Маленькая. Да, я сама доберусь. Александр, ну ты хоть гостю проводил бы. Да, да, конечно. Простите, я... Спасибо, Саша. Да что вы, конечно. Осторожно, у нас тут... Прошу. Да, все путем. Да мы уже давно на месте. Да, давай. Папа его звонил. Говорит, скоро будут. Он их минут 10 назад на тачку посадил. Угу. Бежевая шестера. Так что готовность номер один, пацаны. Так. Смотри. Не это. Где? Тачка, слушай, не это. Слава, ну я не пойму, ну ты грамотный или как? Ну вот же написано русским языком, квартира 56. Ну чего они будут мимо своей квартиры на тачке разъезжать, а? Ага, спасибо. Ну, спасибо, что проводили. Да нет, ну что вы, ну что. Только зря вы машину отпустили. Да ничего, сдвинусь как-нибудь. Вы кого-нибудь ждете? Нет. Ну что вы? С чего вы взяли? Ну, я не знаю, вечер уже поздно. Может быть, там семья волнуется. Муж встречать вышел. Да нет, у меня нет мужа. И семьи нет. Подождите-ка. Эй, вы там! Алкоголики! Ну-ка, хватит пить! Вылезайте оттуда! И так весь двор загадили! Безобразие, житья от вас нет! Ну-ка, уходите оттуда! Ну, где вы шляетесь? Чего? Вы от Валентина Петровича? Лёх, ты смотри, котёлка, а! Иди сюда, погреемся. Ну пошел ты, козел. Ты чего сказала? Стой! Я кому сказал стоять? Полегче, полегче, я сказал. Полегче. Ты чего? Носом дыши, говорю, полегче. Че, тёлка твоя, что ли? Как ты ее назвал? Тёлка, а чё? Извинись перед девушкой. Вот это ты видел? А? Саша, тут ну больно! Не надо! Извинись, урод! Ты чё, дурак? Дурак, и справка есть. Извиняться будем? Больно! Помогите! Извиняться будем? Помогите, ты чё, ну дурак? Извинись, я сказал. Ты чё, больно? Пусти его, гад! Пусти его! Вали, а то я твою дуру порежу. Тихо, 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 тихо. Ты чё, за бабу прячешься? Да я тебя на бинты посеку, падла! Пожалуйста, помогите! Помогите! Саша! Лёх, выходим! Я его достал! Ой. Саша! Сволочи, подонки! Ой.
Ну-ка, убери платок. Да нормально все. Убирай, говорю, платок. Сейчас будет больно, потерпи. Ладно. Вот сволочи, подонки, просто гады. Да ничего. Ой. Спасибо, ну я пойду сейчас. Спасибо. Ну вот, все обойдется. Да. Нет-нет, ну куда ты пойдешь, ну что ты? Я же должна тебе свитер застирать. В таком виде нет. Останься, нет, нет, останься. Недолго. Перестань. Я сейчас застираю свитер, потом пойдешь. Давай. Давай. Ну-ка, поднимай руки. Давай. Очень больно. Ой, бедный ты мой мальчик. Я сейчас. Не уходи. Пожалуйста. Бедный ты мой мальчик. Не уходи. Не уходи, хорошо. Я не уйду. Я не уйду. Все будет хорошо. Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими, и огоньки по краю вышиты. Брызга! И ночь приходит. Чего? В тишине, немучительная, незапойная, а спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная, и ничем мне не может помочь. Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. Как будто падаешь с обрыва ты на первый лед на нашем озере, и черный след тобою выбитый пугает птиц в вышине. Да их там вообще не было. Вон хоть у пацанов спросите. А куда же они подевались? Непонятно, ерунда какая-то. Да мне-то как обидно. А адрес? А что адрес? Адрес не перепутали? Да не, все точно. Как в аптеке. Вон дом 15, квартира 56. А корпус? В смысле? Там же корпус номер один, а глубже корпус 2. Ну, не знаю. Нужно было сразу предупреждать. А я предупреждал. Дом 15. Я говорил, корпус 2. Фух, ну, вообще. Вот я и вообще. Вообще. Но пацаны-то не спали всю ночь, напрягались.
Надо бы заплатить, как договорились. На, держи. Напрягались. Угу. Ну, там еще нужно будет еще. Но мы подъедем, разберемся по полной программе. Только не так, как сегодня. Крыша. Ладно, пока. Пока. Да нет, нас все-таки побили. Я поняла, что не от вас. Это было ясно. Мало ли подонков на свете. Значит, он к вам зашел и все это время был у вас? Да нет, когда я узнал, что они вас не встретили, я уже волноваться начал, вы понимаете? Не могу, сейчас перезвоню вам. Я вижу, ты уже не спишь. Да. Кто звонил? Мне, по делу. Доброе утро. Доброе утро. Да ладно. А что это? Завтрак. Вот. Мне? Тебе. Кофе, тосты, сыр, джем. Правда, масла я у тебя не нашел. А я не ем масло. Правильно. Сплошной холестерин. Что? Вкусно, я сам пробовал. Просто я раньше такое только в кино видела. Что? Не нравится? Нравится. Пожалуйста. Я вас поздравляю. У вас замечательный сын. Благодарю. А в смысле... Ну, я хотел спросить, как он? Что? Все в порядке. Нет, ну вы хотите сказать, что как мужчина он... Абсолютно состоятелен. Это точно? Точно. Точно? А что случилось-то? Связано со службой. Всю ночь говорила, рассказывала. Такой рассказывала. Видно, выговориться просто надо было, понимаете? Нет, ну сейчас все хорошо. Да? Да. Надя, вы не представляете, как я вам благодарен. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо. Так, вы мне скажите, сколько я вам должен? Только уже открыто. Давайте. Заплатите за мой кофе. За кофе, само собой. Вам лично, Надя. Всего доброго, Валентин Петрович.
Наденька, у вас ничего не случилось? Точно нет? Спасибо, Геннадий Васильевич. Надюша, так вы и думали над моим предложением? Каким предложением? Я вас не понимаю. Ах, Надя, Наденька, вы все это прекрасно понимаете. Забыли насчет пикничка? Забыли. Пикничка. Да, забыла, совсем забыла. Ах, Надя, Наденька, ничего-то вы не забыли, все это вы помните. Ну да, я напомню. Я в субботу утром приглашаю вас посетить мой скромный загородный домик. Выпьем венца под шашлычок. Имеется банька, бассейн с подогревом, джакузи. Хорошо, спасибо. А ваша жена будет? Наденька. Надя, вы же в курсе, что она уезжает в Москву на 3 дня. Ах, жена ваша уезжает, а мы с вами вдвоем на дачу. А ну, как ваша жена узнает, Геннадий Васильевич расстроится. А мы ей ничего не скажем и проведем все это время вдвоем на природе. Вдвоем? Вы и я вдвоем? Надя, Надя, перестаньте строить из себя наивную дурочку. Это вам не идет. Ну, так как? Насчет чего как? Насчет моего предложения. Какого предложения? Надя! Я пойду. Хорошо. Время есть. Я вас не тороплю. Подумайте. Я подумаю. Я вообще считаю, что думать – это полезное занятие. Хорошо. Ну вот и отлично. Возьмите. Это вам. Что бы лучше думалось? Жаль. Что жаль? Ушами я думать не умею. Надя! Надя! Геннадий Васильевич, я, пожалуй, пойду. Надюша! Я пойду. Зараза. Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Гусей пасу. Каких гусей? Вот и я думаю, откуда тут гуси? Да я тебя жду. Привет. Привет. Саш. Что? Саш. Что? Подожди. Что? Ну, Саш, ты не обижайся. Что? Не обижайся. Не надо этого ничего, Саш. Чего не надо? Цветов и прочего не надо. А, понял. Цветов не надо. Кто тебя сейчас провожал? Когда? Ну, только что, на джипе. Крынкин Геннадий Васильевич, мой хозяин. Из Лапландии? Да, из Лапландии. Ну и у тебя с ним все нормально, да? Насчет чего нормально? Насчет чего? Ну… Ты что, с ума сошел? Тогда почему не надо? Чего не надо? Чего? Цветов, всего остального. Почему не надо? Ой, Саша… Что? Ну… Я, между прочим, хотел тебя в ресторан пригласить. В какой ресторан? Какой ресторан? Здравствуйте, Наденька. Здрасте. Не знаю, полно их развелось, ресторанов этих. Любой. Я не могу сегодня. Давай завтра. Нет, я и завтра не могу. Понял. Все, что было между нами, еще не повод, да, для дальнейших отношений. Крынкину привет передавай. Саш! Что?
Ты неправильно все понял. А ты мне объясни. Я понятливый, я все пойму. Я не могу объяснить. Понятно все. Пока. Стой! Саш. Ну ладно. Пойду с тобой в ресторан. Завтра. Завтра. До завтра. До завтра. Когда с тобой на дальнем расстоянии нам снятся одинаковые сны, судьбы моей короткое дыхание сливается с дыханием весны. И кажется, воздушный шар отвяжется, и нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть. Угадать не дано никому наперед. Может быть, как в кино, все и произойдет. А может, ничего не ожидается, мы только потеряем много лет. Не каждому удача улыбается и дарит пригласительный билет. Но если и случится так отчаяться, дай бог нам ничего не натворить. Синоптики с погодой ошибаются, а что ж там о жизни говорить? Угадать не дано никому наперед. Может быть, как в кино, все и произойдет. Но все же, если честно, очень хочется, чтоб нам с тобой случайно повезло. И несмотря на разные пророчества, прошло бы стороной любое зло. И чтобы наша жизнь текла размеренно, и оба мы спешили бы домой. И время, то, что небом мне отмерено, провел я исключительно с тобой. Угадать не дано никому наперед. Может быть, как в кино, нам с тобой повезет. Когда с тобой на дальнем расстоянии нам снятся одинаковые сны, судьбы моей короткое дыхание сливается с дыханием весны. Отвернут и, между прочим, правильно сделаю. Каждый раз одно и то же. Чего ты улыбаешься? Да ты ешь смешно. Как это? У тебя кончик носа шевелится, когда ты жуешь. Не замечал. Слушай, бать, давай сходим куда-нибудь. Давай, куда? Ну, не знаю, ну, на футбол. Какой сейчас футбол? Футбол? Да я не про сейчас, но я вообще говорю, на хоккей, в зоопарк. Точно, бать, давай в зоопарк сходим. У меня каждый день на работе зоопарк. Да такой, что... Да плюнь, бать, плюнь. Помнишь, ты меня в детстве в зоопарк водил? А? Теперь я тебя поведу. Я в детство еще не впадал. Да не, ну я же не про это, я просто погуляем. Я тебя познакомлю с одним человеком.
Что за человек? Хороший. С очень хорошим человеком, мать. Он что, в зоопарке работает? Угу. У мартышки одной. По фамилии Крынкин. Че-то сегодня какая-то такая веселая, смотрю, а? Слушай, бать, ну все тебе не так, а? Угрюмый какой-то, плохо. В хорошем настроении, тоже все не так. А что за человек? Да так. Женщина одна. Женщина? Угу. Интересно. Хм. И давно ты с ней в зоопарк ходишь? Ну, с месяца. С месяц? Месяц. Месяц. И мне ничего не рассказывал. Я рассказываю. Ну что, надо идти в зоопарк. Надо. Выхода нет. Я люблю смотреть на мишек. Беленьких. Ну, где твоя красавица? С чего ты взял, что она красавица? А что, она некрасивая? Да нормальная. Нормальная? Ты белых вон медведей смотри. Тебе же нравятся белые медведи? Мишки? Мишки – это мишки. Они желтые тут какие-то. В Арктике белые. Бать! Вон. Вон она. Привет. Пойдем. Ну, а чего вы не здороваетесь? Вы же вроде знакомы. Ну, так. Здрасте. Ну, если так, то познакомьтесь. Это Надя. Очень приятно. Это мой батя. Очень. Бать, ты что? Жарко. Мороженое пойду куплю. Давай. Соображать надо. О чем ты? Вообще о таких вещах положено предупреждать, понимаешь ты или нет? О каких вещах? Таких. Погода зуб на зуб не попадает, папе твоему аж жарко стало. Да я сюрприз хотел вам сделать обоим. Удался сюрприз, молодец. Папу ищешь, не вернется он. Как не вернется? Так не вернется. Ушел он из зоопарка. В смысле ушел? Мороженое, наверное, в зоопарке закончилось. Не понимаю. Ну что тут непонятного? Очень ему понравился твой сюрприз, наверное. Очень сюрприз понравился. Подожди. Объясни вообще, что происходит? Я вообще ничего не понимаю. Он куда-то развернулся. Что случилось вообще? Можешь мне объяснить? Да? Включи. Сначала объясни. Я не досмотрел. Про зверушек? Про зверушек. А в зоопарке не смотрелся, да? Потому и убежал. Во-первых, я не сбежал, а ушел. Почему? А она? Ну, это Надя.
Тебе ничего не сказал? Не сказала. Угу. А ты бы у нее спросил. Спрашивал. Спрашивал у нее, да? Ну и что она? А вот как ты молчит? Молодец. Ну, правильно делает, что молчит. У тебя что, с ней было что-то? А что у меня могло быть с ней? Ну, тогда в чем дело? В чем дело? Отойди. Глупо, батя, я все равно от тебя не отстану. Слушай, Санька, скажи, сколько ты с ним встречаешься, говоришь? Месяц. Ну, месяц, ну, достаточно. Уже можно завести какую-нибудь себе другую зазнобу. Да почему? Пока чино. Все, я ушел спать. Бать, ты сам ее в дом привел. Да мало ли я кого приглашал сюда. Я его приводил сюда Ивана Ивановича. Ты же ее не пригласил в зоопарк, правда? Слушай, ну чем она так тебе не угодила? Всем. Так не бывает. Бывает! Хорошо, назови мне одну причину. А, причину? Да. Хорошо. Так, причину. Ну, к примеру. Ну? Да потому... Что? А ты пацан еще. Ага. Сколько тебе лет-то? 23. А ей 33. Ну и что? Она уже старуха. Это все? А тебе что, этого мало? Вообще маловато. Маловато? Да, Сашка, я смотрю, ты совсем дурак еще. Так я думаю. Молодой дурак. А. Да. Попробуй. Спокойной ночи. Здравствуйте. 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 А ну-ка сядь в машину, поговорить надо. А что это вы со мной на «ты», Валентин Петрович? И командовать мной не надо. Заведите себе собачку и приказывайте ей сидеть, лежать смирно. Садись, говорю. Никуда я не сяду. Я на работу опаздываю. Да что? Будьте добры. Присядьте на минутку. А волшебное слово? Пожалуйста. Вот это совсем другое дело. Ну и скажи, что это? Шутка была в зоопарке? Опять вы со мной на «ты», Валентин Петрович. Да ладно, только не надо себя строить. Не... Будете хамить, я сейчас встану и уйду. И разговор будете продолжать сами с собой. О-о-о! Ты куда ты денешься? Я денусь. Ты понял? Я не с такими кабанами, как ты, справлялась. Хорошо. Хорошо. Открыто все. Пожалуйста. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, будьте добры, Надя, чего вы привязались к моему сыну? За каким таким рожном? Он вам сдался. А вам не приходило в голову, что это не я к нему привязалась, а он ко мне? А вы баба! Вы все можете! Вы можете его отставить! И он ничего не сделает! Ну, во-первых, пробовала гнать. Не получается. А во-вторых? А во-вторых, не хочу я его от себя гнать.
Зачем? Да затем, что я тебя нанял на одну только ночь. Ты же на весь месяц расстаралась. Ты чего? Ты же забыла, кто ты есть? Женщина. Обыкновенная женщина. Кто ты, женщина? Да. Ну, я вижу, Валентин Петрович, у нас с вами покойного разговора не получается. Да потому и не получилось. Он у меня один, ты пойми. У меня сын один, у меня больше другого нет. И в жизни у меня больше ничего нет. И ему другие нужны. Девочки нормальные, чистые. И не такие, как ты. Ты это поняла? Я все поняла, Валентин Петрович. Всего вам доброго. Надежда! Подожди! Подожди! Извини. Извини. Я, может, лишнего наговорил. Но ты должна тоже меня понять. Я не могу этого допустить. Хочешь, я тебе заплачу? Я проплачу за весь месяц. У меня есть деньги, я там скопил. Ну, я понимаю, дело не в деньгах. Но я тебя прошу, не оставь надо. Парня. Я тебя умоляю, я все для тебя сделаю. Ну, я перед тобой на колени встану. Не хочешь? Надо. Ну, хочешь? Ну я тебя умоляю. Ну прошу я тебя. Прошу, ну, пожалуйста. Не надо. Ничего ну, я не прошу, надо. Сделай это. Подожди. Я тебе. Спасибо. Начнем? Ну что? По какому поводу гуляем? Ну, предположим, у меня сегодня день рождения. У тебя уже был день рождения? Ну да. Хорошо. Предположим, у тебя сегодня день рождения. А у меня еще не скоро. Ну хорошо, Саш. Все равно, давай выпьем за тебя. А почему это за меня? Ты очень славный, Саш. Ты единственный человек, который приносил мне завтрак в постель. Серьезный аргумент. Очень серьезный. Для меня более чем. Саш, ты очень славный. Я даже немножко завидую твоей будущей девушке. Стоп. У меня уже есть девушка. Это ты? Я не девушка, Саша. Женщина. Очень взрослая женщина. Ты моя любимая, любимая взрослая женщина. За нас. Пьем. Вот будем выпивать сегодня, закусывать. Танцевать. Я хочу, чтобы ты знал, Саш. Мы сегодня видимся с тобой в последний раз. Я не понял, кто это решил? Я так решила, я. Что, папа подсказал? При чем здесь твой отец? Я сама знаю, как лучше. Кому лучше? Тебе будет лучше, мне будет лучше. Кому лучше? Всем. А ты? А что ты у меня не спросила? Будет мне этот лучше или не будет? Ты же у меня не спросила? Ты же не спросила?
Я старше и гораздо опытнее тебя. О, да-да-да-да, началось. Знаем. Возраст старше. А тебе не кажется, что ты ошибаешься? Никогда не думала? Но в чем, Саша? Да во всем, понимаешь? Во всем. Несмотря на весь вот твой возраст, опыт, понимаешь? О, а давай спросим. Давай спросим. У кого? У людей. Вон полно людей, которые намного старше тебя и меня. Давай спросим. Саша. Граждане. Саша. Слушайте, ребята, извините. Простите, пожалуйста, я одну минуточку времени у вас отниму. Граждане, дорогие товарищи, простите, что я отвлекаю ваше внимание. Просто мне нужна ваша помощь. Вот там за столом сидит женщина. Я ее люблю. Я ее очень люблю. Но между нами существует некоторая разница в возрасте. Она старше меня на несколько лет. И она считает, что это серьезный повод, чтобы нам расстаться. Я считаю, что это полная ерунда. Короче, мне нужна ваша помощь. Кто считает, что я прав, поддержите меня. Можно аплодисментами на 3-4. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, а теперь пусть похлопают те, кто считает, что разница в возрасте – это серьезный повод, чтобы нам расстаться. Приятного аппетита вам. Благодарю всех за внимание, спасибо. Спасибо. Вам горячее подавать? Что? Я насчет горячего. Нет, сколько должен? Нисколько. Счет оплачен вперед. Подожди, ну постой, ну подожди. Ну что ты там устроил в ресторане? Чуть со стыда не сгорело из-за тебя. Что? Ну а что мне было делать? Что? Ну что мне было делать? Я люблю тебя, понимаешь? Я люблю тебя, пусти! Понимаешь? Я люблю тебя. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю тебя. Ну, а ты скажи, скажи. Любишь? Ну, скажи. Ну, ну скажи, любишь? Ну, скажи. Ну, скажи, любишь? Ну, 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 любишь? Ну, скажи. Хороший ты. Ну, ну, хороший ты. Привет. Привет. У меня есть новость, я знаю, что она тебе не понравится. Какая еще новость? Я женюсь.